Дорога закрыта. Подойти близко к Гюдельфосту нельзя. К этому чудному, монументальному, величественному водопаду Гюдельфост. Так это выглядит почти 10 утра в декабре в Исландии. Несколько порогов, как вы видите, этого величественного водопада. Все в снегу и во льду. И каньон. Каньон, куда утекает вода. И продолжает речка свой путь. Вот. Выглядит безлюдно это место зимой. Зимой утром.